Казахстан отказался от сделки с российским Сбером. Разрабатывать платформу цифрового правительства будут казахстанские IT-компании. Об этом сегодня сообщили в Министерстве цифрового развития. Вопрос цифровой трансформации республики вызвал шквал критики как со стороны казахстанцев, так и IT-сообщества. Дело в том, что осенью прошлого года наше правительство подписало меморандум с российской компанией Сбер. Ее специалисты должны были разработать единую систему госуслуг. Ну а казахстанцы тут же озаботились возможной передачей персональных данных и всех государственных баз россиянам. И хотя Министерство цифровизации неоднократно заявляло, что этого не произойдет, многие выступали категорически против. И вот сегодня в профильном ведомстве наконец заявили, что вопрос о сотрудничестве со Сбером больше не стоит. Там сообщили, что платформой займутся наши разработчики. Для этого им потребуется около 2 лет. Сейчас в связи с геополитической ситуацией мы пересмотрели свои возможности и приняли решение создавать платформу силами компаний национальной информационной технологии. Привлечем казахстанские IT-компании. Сейчас проводится технико-экономический анализ. До конца года начнут работу первые сервисы.